Меня зовут доктор Эскелан. Я из Норвегии. Я бы хотел поделиться некоторыми своими исследованиями в области использования экстракта молодой ткани. Young tissue extract, коротко YT, это новосформировавшийся материал из частично инкубированного яйца. Конечно же, мы использовали фертилизированное яйцо. Экстракт молодой ткани YT увеличивает сексуально-гормональный уровень у людей с низким уровнем тестостерона или с общим низким уровнем сексуальных гормонов. В ходе исследований мы также обнаружили, что YT снижает уровень гормона стресса. Строительные материалы для гормонов стресса и сексуальных гормонов идентичны. Это производные холестерина. Но в процессе производства этих гормонов мы наблюдали эффект, в результате которого мы получаем производство сексуальных гормонов вместо гормонов стресса. Я здесь конкретно говорю о кортизоле, основном гормоне стресса в организме человека. Мы проводили несколько исследований на тему сексуальных желаний у мужчин и женщин, и мы наблюдали увеличение сексуального желания у людей, принимавших участие в эксперименте, и даже восстановление потенции. Да, мы проводили несколько исследований с участием женщин и имели очень позитивный эффект, особенно у женщин среднего возраста. Мы наблюдали не только увеличение сексуального желания, также повысилась самооценка, я бы сказал, улучшилось качество жизни. Мы можем ассоциировать это со снижением гормонов стресса в организме, в особенности кортизола. Мы заметили, что высокий уровень кортизола имеет много негативных эффектов на качество жизни. Мы провели несколько исследований также и в области спортивного питания в Университете Осло и в Институте Рондеволд. Самое первое, что мы обнаружили, достаточно низкое производство кортизола, и это, в свою очередь, имеет позитивный эффект на восстановление после интенсивных физических нагрузок. В ходе исследований мы наблюдали увеличение выносливости и энергии. Мы также наблюдали повышение самооценки и большинство других положительных аспектов в психике людей, ежедневно принимающих эту добавку. Нет, никаких негативных эффектов не наблюдалось, но мы не рекомендуем продукт тем, у кого есть аллергия на куриный белок. YT производится в Норвегии. Норвегия – одна из немногих стран в мире, где мы можем гарантировать, что продукт не имеет сальмонеллеза. Young tissue extract производится в Мюссене, на востоке Норвегии. Куры содержатся в очень строгих гигиенических условиях, и они не подвергаются воздействию мигрирующих птиц. Мы ни разу не имели случаев куриного гриппа. Нет, YTE не производится из обычных яиц, которые мы часто используем, например, для омлета.
Экстракт производится из фертилизированного, частично инкубированного яйца. В ITE содержит очень незначительное количество обычного яичного контента. Это уже новая форма материала, произведенная во время инкубационного периода. Здесь мы используем только YTE, это новый материал. YTE отличается от обычного яйца. YTE совершенно нет холестерина.